Ну что, пошли тебе искать крота для крота? Как бы странно это ни звучало, так, мне нужно с тобой поговорить. Он не спускает с меня глаз. Так, что это здесь? Это у нас карта, да? Библиотека. Донде стала библиотека. Понял. Хорошо. Это хорошая охрана. Да, согласен. Пошли. Пошли искать крота, и плюс нам нужно будет еще кого-то вроде бы там найти. Помимо крота. Так, побежали. Волшебный рынок. Экзотические эли, целебные травы, успокаивающие бальзам. Эй, эй, отпусти! Помогите! Помогите? Ты пытался меня обокрасть. Ну и что? Ты же Азади! Это самый худший предлог для кражи кошелька. За такое можно и без руки остаться. Ну не остался же. На твое счастье, я не Азади. А теперь проваливай. Какой у тебя рост? Ты очень высокий. Отстань, мальчик. Ты намного выше моего папы. Ты точно не Азади? Точно. Ты похож на Азади. Ты солдат? Тогда почему не в форме? Тайный агент, что ли? Нет. Беги уже, пока я терпение не потерял. Ты похож на них. Ох, ради богини. Как тебя зовут? Бип. Бип? Ага. А что? Ты должен быть со своей матерью, Бип. А не заниматься воровством. Ступай домой. Не могу, у меня его нет. Извини. Но ты все равно не должен. Они не умерли. Ничего такого. Мои родители. Их просто сослали на Киэн. Киэн. Туда ссылают магических. Оттуда не возвращаются, но... Мальчик, должно быть, это уже знает. Наверняка он видел, как бывает с другими. В тюремную колонию? Лагерь перевоспитания. Так сказал мой отец. Наверное, они в детстве в школе плохо учились. Они вернутся, когда их хорошенько перевоспитают. С острова не возвращаются. Магические уж точно. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду. Хочешь сказать, они там навсегда останутся? Парню еще не больше 10. Пока ему не надо знать правду. Уверен, они вернутся. Ты сам в это не веришь. Я не верю. Тогда зачем врешь? Чтобы защитить тебя от правды. Не нужно меня защищать. Я могу о себе позаботиться. Не сомневаюсь. Так что с ними будет? О таком тебе думать не следует. У тебя совсем нет родных? Не в Меркурии. Они все в южных землях. Так что с ними будет? Они будут работать. Для того и созданы тюремные лагеря. Чтобы отделять магических от людей. Изолировать. Изолировать? Отделить магических от людей. Навсегда. Ты врешь. Нет, это правда. Ты один из них. Зачем ты здесь? Заберешь меня и отправишь, чтобы изолировать? Изолировать. Тоже? Я не из них. Но ты разговариваешь, как они. Мне жаль, что так вышло с твоими родителями, но вообще-то я занят. Ты с сопротивлением? С сопротивлением? Конечно же нет, я... Я просто слышал, что к сопротивлению примкнул какой-то Азади. И если ты Азади, сейчас стоишь здесь, да еще и чем-то занят, то это, ну, очень похоже на то, что ты с сопротивлением. Приглуши голос. Не волнуйся. Все в старом городе на стороне сопротивления. Ну, почти все. В каком смысле почти все? В том, что есть те, кто не любит сопротивление. Те, кто втихаря сбегает на собрание Национального фронта. Те, кто сдает повстанцев Азади. Ты кого-нибудь знаешь? Нет.
Ну, в лицо не знаю. Но вот знаю, где сегодня проводится собрание. Покажи. Что? Покажи, где. Я пойду с тобой на задание? Это просто невероятно круто! Успокойся, мальчик. Просто скажи мне, где оно. Ты знаешь город? Ну, не очень. Ну вот, я тебя отведу. Тут так сложно. Не объяснишь. Это опасно. Для тебя? Нет. Для меня? Да я часто по ночам из гетто выбираюсь. Я знаю, как пройти, где стоит стража. Да вообще все. Я крадусь сквозь тени, словно хищник. Я как неуловимый мститель. Просто покажешь дорогу, а затем вернешься прямо сюда. Ну, я там еще чуть-чуть. Прямо сюда. Или я найду кого-нибудь другого. Удачи в поисках. Ну ладно, вернусь прямо сюда. Ты готов? Мы можем идти? Да, давай. Не стоит затягивать. Пойдем. Да, иди за мной. Иду, пошли. Мой лоток открытый днем и ночью. Нам нужно покинуть гетто. Как ты пройдешь мимо стражи? Знаю я одну дорогу. Встретимся с другой стороны. Подожди, что? С другой стороны. Так, то есть мы можем пройти, а мелкий не может, да? Пошли. Слышали шутку про магического и беременную свинью? Нет? Она уморительная. Проходите. Начинается так. Проходим. Видишь? Легко. Храни нас, богиня. Ты с огнем играешь, мальчик. Не нужна мне никакая помощь богини. Я очень хорошо лазаю. Что? Я не... Откуда ты знаешь? Ой, да все знают, что апостол сбежал из темницы в ночь своей казни. У нас даже кукольный спектакль есть по мотивам. Забери меня, тень. Из чего ты взял, что я тот самый Азади? Таинственный апостол сбегает из темницы. Спустя пару дней таинственный Азади присоединяется к сопротивлению. Может, мне всего и 10 лет. И кожа у меня синяя. Но меня не одурачишь. Точно. Что ты еще обо мне знаешь? Мы пришли. Тут они проводят встречи, выступают и... Уверен? Полностью. Иногда подслушиваю. Они говорят о магических. Что мы испортили мир и все у них отняли. Печально все это слышать. Не знал, что магические такие плохие. Неудивительно, что все нас ненавидят. Мы не... Слушай, мальчик, Бип. Эти люди плохие. Ты не сделал ничего плохого. Ты не выбираешь себе внешность и цвет кожи. Неважно, где и кем ты родился, это не определяет тебя как плохую личность или меньше, чем личность. Важно лишь то, что делаешь ты сам. А теперь убирайся. Уходи. Возвращайся назад. И поосторожнее. Но... Ты пообещал, никаких споров. Ладно, ладно. Что? Я был бы безмерно рад получить награду за свой нелегкий труд. Ну ты даешь. Держи. А теперь беги отсюда, воришка. Так, мы прибыли на место, и что нам нужно делать? Подслушивать или... Или что? Найти гонца. Карта самой южной части Меркурии. Найти гонца. Вот тут я, честно, без понятия, куда нам тут нужно. Так, а ну давай подойдем. Ага, охранник фронта. Давай тут пройдемся. Интересно, если я к нему подойду, мы спалимся, или бы нет? Приветствую, брат. Что? Кто здесь? Проклятие. Вот это ты меня напугал, приятель. Откуда ты, черт побери, взялся? О, тени. Отойди, я опаздываю на собрание. Конечно, правильно. Кровь и земля, брат.
Так, повторить за ним, применить силу, уйти. Главное не то, что я говорю, а как я говорю. Надо уверенно держаться, и он решит, что на собрании меня ждут. Не будем мудрить. Очевидно, ответ на фразу «кровь и земля» — это... Кровь и земля. Да, правильно. Подожди, это же я сказал. Назови ответный пароль. Кровь и... Тебе сюда нельзя. Это частная встреча. Вам здесь должно быть стыдно. Как вы смеете вешать эту гадость на мою дверь? То, что я человек, еще не означает, что мне интересна ваша расистская пропаганда. Я жила по соседству с Далмари большую часть своей жизни, и они ни разу не причинили вреда ни мне, ни моей семье. Вот что я думаю о вашем сборище гуманистов. И ваш Онор Хиллари сможет идти в задницу. Он предатель. Вы все предатели. А когда Азади наконец соберутся и уйдут отсюда, мы вам все припомним. Даже не сомневайтесь. Интересно, воспользуемся этим моментом, либо нет? Так, отойди, охранник. Брат. Боги! Ты так тихо подкрался! Кровь и земля? Глав, отойди и пропусти меня. Мне нужен только пароль. Ну же, ты же меня знаешь. Да не сказал бы, что знаю. А если ты не член нашей семьи, то тебе здесь не рады. Ладно, а я не могу его просто с левой вырубить, не? Нужно вот это вот мудрить. Хорошо, тогда побежали. Поищем. Может, тут еще какой-то вход-выход есть? Так, сюда зайти не могу. Тут тоже, да? Не пройти. Так, карта. Ну, карта мне не нужна. Я в этой карте вообще не ориентируюсь. Так, бонжур. Донде стала библиотека? Падла. Так, женщина. Извините, госпожа. Я ищу вдову Стонд. Я Герди Стонд. А вы кто? Я... Я знал вашего мужа. Он был храбрым человеком. Знали его? Откуда? Мы встретились в монашьей темнице, госпожа. В ночь его смерти. Он спас мне жизнь. Взамен я даровал ему смерть. Вы даровали? Вы убили моего мужа. Он умирал. Они бы пытали его, если бы нашли. Он попросил меня найти вас и передать, что он любит вас. Ох, не говорите мне о любви. Он помог вам выжить. Жизнь моего мужа была в ваших руках. И вы его убили? Вы жалки. Уйдите, пока я не позвала городскую стражу. Там это жарко, это жаркое, блядь, жалкое. Я даровал ему. Я же заикаться начал, ля. Выбесило меня. Что нам нужно делать? То, нам... что там происходит, отвратительно. Они поливают магических грязью, будто вся проблема в них. Магические всегда здесь жили. Именно Азади нарушили устоявшийся порядок вещей. Ты лучше выбирай слова, когда говоришь об Азади. У стен есть уши. Ну и что они сделают? Так, об Азади. Давай попробуем еще раз пройти через него. Они могут запереть себя в монашьей темнице. Угу, кусочек бумажки. А я так понимаю, это... А это кусочек бумаги есть, да, пароль? Отойди, брат. Боги! Ты так тихо подкрался! Кровь и земля? Не стоит пытаться угадать пароль. Рано или поздно даже этот безмозглый тупица увидит мою вуаль и позовет стражу. Прошу прощения, ошибся тайным собранием. Так, а может и так нужно делать, не? Она была разорвана на три части. Она была разорвана на три части. Хорошо, ну одну часть мы собрали. Вторую часть мы тоже собрали. Ага. Нам нужна третья часть. Погоди, да? Чтобы пройти сюда.
Правильно я же понимаю? Нужно же соединить будет. Да. А где тут третья часть? Слышь, женщина? Прошу прощения. О, баланс! Откуда ты взялся, а? Я тебя даже не заметила. Что тебе нужно? Мне не нужны проблемы. Тот лист, что вы порвали. У вас не осталось его другой половины? Какой лист? Листовку Национального фронта? Зачем она тебе? Кто ты такой? Тот, кто на вашей стороне. I'm Batman. Не знаю, по-моему, ты говоришь как Азади. Для чего тебе их листовка? Долгая история. Мне надо найти предателя. Того, кто предал повстанцев. Да, конечно. Если это поможет насолить отбросам из Национального фронта, то проси что угодно. Возьми. И да благословит тебя баланс за то, что противостоишь этим ублюдкам. Прям все что угодно? Погоди, женщина, ты сама это сказала. Пойдем. У меня для тебя кое-что есть. Есть, отлично. Побежали. Побежали, побежали. Так, а этот листочек вот тебе, да? Не? Отойди, брат. Боги! Ты так тихо подкрался! Кровь и земля? Прошу прощения, ошибся тайным собранием. Ну? Держи. Ну, держи листовку. Что ты от меня хочешь? Скажите, пожалуйста. Что от меня хотят? Это листовка собрания Национального фронта. Честь и человечность. Это лозунг Национального фронта. Похоже, это нужный для прохода пароль. Ага, честь и человечность, давай. А ну еще отойди, раз. Отойди, брат. Боги! Ты так тихо подкрался! Кровь, да, земля. Возле тебя 40 минут стою. Кровь, земля, честь и человечность. Вера и семья, брат. Проходи, приятель. Встреча уже началась. Если ты еще никогда не слышал речей мистера Хиллериса, то ты пришел по адресу, он пример для всех нас. Шикарно, мы с вами выполнили. И даже 90 дней тут не бегали. Ля, ослик. Может, ты зайчик. Братья, сестры, кузены, храбрый, скромный людской народ. Добро пожаловать на встречу в наш национальный фронт веры и семьи. Да, 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 да. Спасибо, что пришли сюда этой ночью. Спасибо. Спасибо вам, что щедро пожертвовали своим временем. За то, что осмелились бросить вызов этим последователям оккультизма в неустанных поисках истины. Да. О, да! Несмотря на самоотверженную работу наших благодетелей, враг все еще выглядывает из теней. Оглянитесь, смотрите. Врагов. Хотя не близко, они же повсюду. Я чую их. Я слишком далеко, мои, чтобы что-нибудь почувствовать. Этот чужеродный запах, магию, грязь. Мне радостно видеть вас всех, стоящих передо мной. Он Хиллерис. Стоящих за доброе и справедливое. Лидер этого национального фронта за веру и семью. Слава, братья! Да снизойдет на вас слава! В лучах богини! Да, да! Недавно я разговаривал с нашими благодетелями. Мы обсуждали этого магического иммигранта. Да, да, да! Я с ними говорил, и я им сказал. Прислушайтесь к этим честным, смелым людям, вашим братьям. К людям, что поставлены на колени магическим. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь почувствовать. Ничего примечательного. Простым мужчинам и женщинам, свернувшим с верного пути. О, богиня. Из-за дьявольских от этого мужчины магического. Изрядно воняет. Должно быть, он месяцами не менял одежду и не мылся. Мы должны, о, богиня. Этому конец. От этого сейчас. Мужчины сейчас изрядно же. Воняет. Должно быть, он месяцами не менял одежду и не мылся. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь вы. Почувствовать. Я сказал им, сказал. Вам нужен. Им нужен. Я слишком далеко, нам он пахнет нужен. Маслом лаванды. Кто-то, возможно, он лекарь. Подняться с колен и говорить от лица человека. Ничего примечательного.
У нее странная поза. Ее как будто не... от него несет табаком. Табака задирский, если мой нос меня не обманывает. Хами курил такой. Да! Вы знаете меня? Вы знаете меня? Вы знаете, в нем нет ничего необычного. Ни богатства. В нем нет ничего необычного. Ее одежда сильно пахнет смолой и дымом. Должно быть, она работает на фабрике. Честных людей! Его левая рука постоянно дергается. Кажется, он страдает каким-то видом мышечной дисфункции. Как ваш слуга. В нем нет ничего необычного. Я стою здесь перед вами, как ваш. В нем нет ничего необычного. Скоро город. Она напевает себе под нос. Я узнаю эту мелодию. Лидера, прелестная колыбельная. Того, кто возьмет на себя ответственность за беззаконие. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь почувствовать. Темных, ничего примечательного. Улицах. Наши покровители делают прекрасную ничего работу. Примечательного. Смелую работу. Важную он пахнет работу. Маслом лаванды. Возможно, ее одежда работу, сильно пахнет смолой и дымом. Должно быть, она работает на фабрике. И мне защитить всех вас он от архилерис. Ваших темных соседей. Лидер этого национального фронта за веру и семью. Осаде, докуда не достает их свет, приходит на помощь городской дозор. Взять, к примеру, бумажных драконов, парящих над нами, пока мы говорим. Да! Эти богохульные творения, парящие перед носом у почтенных, скромных, работящих людей. В нем нет ничего необычного. В нем я слишком далеко, чтобы что-нибудь. В нем нет ничего необычного. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь почувствовать. Ничего примечательного. От него наши несет табаком. Табака задирский, если мой нос меня не обманывает. Не могут Хами курил такой. Малолетнего предателя. У них есть куда более важные дела. Этим должен заниматься городской дозор. Но чем занимается ничего городской примечательного. Дозор? Они не дают ничего примечательного. Добрым, простым, она напевает себе под нос. Я узнаю эту мелодию. В нем нет ничего необычного. Они не дают. Я слишком далеко, чтобы что-нибудь почувствовать. Иммигранта за его некромантию и колдовство! Да, только прошлой ночи нашего младшего брата заковали в кандалы за то, что наложил праведную руку на магического. Его левая рука постоянно дергается. Должно быть, на нем кожаное нижнее белье. Оно издает неприятные скрипучие звуки. Страстью. Ох, безумие! О, да, спасибо, что пришли. Спасибо, 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 спасибо. Нет, нет, сейчас очень важно стоять рука об руку с нашими благодетелями. Да, да. Я часто общаюсь с Азади, регулярно посещаю башню. Пару раз даже имел наглость позавтракать с ними. Ну, никто не говорит, что мы должны будем отречься от наших богов. Нет, 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 он нет. Он архилерис. Свет богини отражает лидер ее... этого национального одобрение, фронта за веру и а семью. А не осуждение. Она улыбается всем добрым людям. Наш общий враг — это грязные мигранты, некроманты, демоны, магические. Вот о чем речь. Речь о борьбе с... Так, мы с вами определились, да? Я так понимаю, кто предатель, и нужно будет дальше отправляться на рынок, насколько я понял. Или куда нам нужно? Баланс? Ты что, призрак? Откуда во имя теней ты так внезапно появился? Я бы тебе сказал бы, но ты мне все равно не поверишь. Они идеально спроектированы и крепкие. На производстве этих труб не экономили. Чё? Труб? Это трубы? А, ну да. Это трубы. Так, я так понимаю, нам нужно, во-первых, на какой-то рынок, во-вторых, найти где-то... Это как его? Шнер-курьера. Да тут никогда не было так много паровых машин, и мы до сих пор не знаем, зачем они нужны. Они соединены с трубами и, кажется, ведут к башне, но... Зачем? Угу, сюда мы явно не пройдем, да? О, здорово. Понял, хорошо. Тогда пойду в другую сторону. Интересно, мне наверх, либо мне нужно просто вернуться. Так, а давай пройдем. Сможем же. Мы же вроде... Как я устал. Стой, кто идет? Тихо, 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 тихо.
Никто не идет. Все. Дебилы. Побежали отсюда. Хотя навряд ли нам сюда нужно. Скамья. Хорошо. Привет. Хотя улицы и кажутся безопасными, ночью на них мало людей. Ну тут придется, наверное, бродить. Правильно я понимаю, по улицам? Главное полностью не заблудиться, потому что придется потом назад возвращаться. А улочки похожи друг на друга. Такое чувство, что знаешь, Ctrl-C, Ctrl-V сделали. Так, вот. Ага. Это тот мальчик, которого я должен перехватить. Побежали? Избегайте теней. В них могут прятаться магические. Хорошо, без проблем. Так, мы можем бежать. Проходи, не задерживайся. Как помните в Сталкере? Проходи, не задерживайся. Гонец, передающий сообщение между охранными постами. Так, интересно, мы можем так вплотную к нему приближаться, либо нужно держаться на расстоянии? Есть какие-нибудь послания, Дар? Я обеспечу доставку, да. Да, давай. Тихо. Проходим незаметно. Блин, мне этот костюм нашего героя, главное, напоминает Assassin's Creed, помните? У него тоже такой был капюшон. Прямо аж захотелось поиграть. А потом как вспоминаешь, что там игрового времени нужно будет потратить часов 600. То сразу такой, не, спасибо. Хотя, если я проходить ассасинов, то проходить с самого начала, с первой серии. Так, посмотрим, в какую там мне сторону. При таком освещении так сложно что-либо разглядеть. Направо, налево. Правильно, налево. Налево. Так, побежали. Погоди, а куда оно делось? Куда тип делся? Нас, походу, кинули, да? Правильно я понимаю? Заменить гонца в безлюдное место. Погоди. Я провалил задание? Или нет? Я, походу, задание, да, провалил с вами. Я потерял гонца. Мне нужно было заманить его в место какое-то безлюдное. Падла. Найди мне его теперь искать. Так, здорово, я могу с тобой поговорить? Он Архиллерис. Нет, не могу. Лидер этого национального фронта за веру и семью. Блин, почему нельзя было сделать подсказку какую-то? Не знаю, тем более у него есть магия. Он мог бы просто так бджуньк и показать, куда нам нужно идти. Похоже, строительство сети труб набирает обороты. Здесь повсюду вагонетки металлических труб, а рабочие трудятся до глубокой ночи.
Так, где гонец? Только не ври, что он наверх поднялся. После смены, наверное, схожу в ту дешевую таверну в гавани. Как бы что называется? Можете проходить, сохраняй. Да, проходи, не задерживайся. Вот реально, что здесь делать? Куда оно побежало, это во-первых? И куда мне нужно? Может, мне направо нужно побежать просто? Он такой, я налево, а я такой направо, да? Или куда? Вперед! Можете проходить? Да, конечно, могу. Угу. Ладно, давай пройдемся по тому же самому маршруту. Мало ли, может, где-то здесь. Хотя я что-то сильно сомневаюсь. Так, мы пробегали вот тут. Потом наверх, да, по-моему. Так, не помните? Либо направо мы. А, направо, да. И вот как раз. Он тут и остановился. Ага, вот ты где, да? Ля, оно исчезло. Вы видели? Тут написано двор часовых. Тут написано подъем Уртрина. Так, теперь нам нужно сделать вот так, да, наверное? Ага. Во. И заманить его вот сюда, насколько я понял. А сейчас его здесь подождать. Сейчас он будет бегать, наверное, и мы его здесь встретим. Во-во-во, вот он. Так, хорошо. Давай, поворачивайся и беги ко мне. Ну, по идее, должно сработать. Но? Ты будешь идти или ты сейчас опять исчезнешь? Так, посмотрим. Стоп, ведь до этого было на... Чего ты хочешь? Тут полно свидетелей. Указатели ведь не будут лгать. Значит, направо. Ну все. Сейчас мы его вилочкой в пупочек, ребят. Лучше держать дистанцию. Я могу найти что-нибудь такое, что поможет его перехватить или сбить с пути. Кажется, неправильно. О, богиня. Они же обещали, что они его трогать не будут. Какая бессмысленная потеря. Кроту придется ответить за смерть этого юноши. Согласен. А знаете, что самое печальное? Я не помню, где у нас крот находится. Не, я... Помню, что где-то в самом начале это было. А как туда попасть? Мне нужно через рынок, по-моему, будет пройти. Вот этого уже я не помню. Потому что реально здесь улочки. Везде одни и те же. Вот, мне нужно сюда на пристань попасть. Так, где я нахожусь? Если я прямо просто пройду вот так вот сюда, по идее я пройду, да? Туда, куда мне надо. На следующей неделе я впервые за месяц покину Меркурию. Богиня, не могу дождаться. Я так устал от всего этого. Проходи, не задерживайся. О! Где ты был? А тебя еб... Где ты был?
На встрече Национального фронта опознавал вашего перебежчика. Предатель предателя найдет блистательно. Думаешь, сможешь на него указать? Смогу. Тогда вперед. Пошли. Постоянно злой, но хорошо иметь рядом такого товарища в опасной ситуации. Маринованный хрустокрыс! Горькие травы! И даже из далекого Азагюра. Похоже, вам не помешал бы пряный макбургер с мясом вегетарианцем. Расскажите своим друзьям! А, легче, приятель! Лучше... На помощь! Ага, это не тот, да? Ладно. Давай походим, посмотрим. Макбургеры! Лучшие макбургеры в Меркурии! Вы же в курсе, что вы в магическом гетто, да? Магические держат головы высоко поднятыми, несмотря на угрозу Азади. Это доказательство их непреклонности. Так, и кого мне здесь обвинить надо? Несколько кругов твердого. Ты не похож на моих обычных. Тебе не нужен кусок маринованной коровьей кожи. Идеальный ночной пирог. Тихо. Расскажите своим блюда, каких вы не лучше. Расскажите моим друзьям, да? По вашему заказу. А что делаете, так извиняюсь. Так, отнести запечатанное письмо. Отнести запечатанное письмо. Я не помню, куда и нужно. Вроде бы сюда. Все, мы ж нашли предателя, правильно я понимаю? Мы молодцы, мы справились. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. Да пребудет с тобой сила. Заходи. По логике, да, если мы нажмем J, то предателя мы нашли, есть. А сейчас это нужно отнести нам письмо. Так что, здорово, Крот. Вот твое письмо. Азади вернулся, чтобы ему, как говорится, спинку почесали. Нет необходимости противоречить Кроту. Если я хочу, чтобы она дала нам оружие, мне нужно играть по ее правилам. Неважно, какое обманчивое она может быть. И моя миссия заключалась в получении оружия, а не в спасении жизни Ганса. У нас была договоренность. Была договоренность. Я решила изменить договоренность. Почему? Мертвые люди не выдают секретов. Мертвый мальчик. Который стал бы мужчиной. Не так уж и важно, когда постигла смерть. А она приходит, невзирая ни на это что. Это важно для меня. Это важно для него. И также важно для матери Банда, когда сзади на ее глазах убивают детей Банда. У нас нет на это времени. Я знаю, что мой народ совершал зверства. Так поступали и другие. Что? А другая часть соглашения? Может, я не сдержала эту часть обещания, но сдержу более важную часть. Твое сопротивление получит оружие. Все оружие, что придется отдать. Мне все же понадобится немного для моих людей. Самые быстрые топоры, самые тугие луки. Остальное получат твои люди. Не те люди, что Азади. Твои люди из сопротивления. Наоборот, было бы глупо. Конечно. Спасибо. Мои мужчины будут на связи с твоими женщинами. И мужчинами. Теперь уходи, Азади. Уже темно и поздно, и я буду спать. Спать и видеть сны о лучших днях в норе на севере, когда смех детей наполнял тоннели. Видеть сны о друзьях и семье, пока я их всех оплакиваю. Да, давайте выходить. Только нажмем на J и посмотрим, что нам нужно. Выйти, наверное, просто, да, отсюда.
По идее, мы с миссией с вами справились. Мы молодцы. Так, предлагаю в следующей серии уже продолжить, так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом, ребят.